Турнир посвящен Петру Остапенко, это кавалер Ордена Мужества. Вот. Во время наводнения в городе Крымск ужасного, человек всю ночь спасал людей, спас около 10 человек, а утром, обессиленный на глазах у своей семьи, соседей, утонул. Посмертно присвоено ему Орден Мужества президента. В жизни он был спортивного телосложения. Когда его кто-то просил о помощи, там, что-то помочь, он всегда старался человеку помочь. Невзирая на то, что у него там была семья, он очень был компанейский парень. Он был очень ласковый, миролюбивый. Семья его очень любила, дети тоже. Он, когда были моменты, когда было свободное время, он занимался с детьми, старался уделять время всем. Человек является нашим земляком, уроженец Темрюкского района. Поэтому вот в поселке Кучугуры, в этом прекрасном комплексе, мы устраиваем эти соревнования. Героизм, мужество, доблесть, справедливость, честность – это то, что должны воплотить вы в своей жизни, благодаря в том числе и виду спорта, которым вы занимаетесь. Чтобы вы тренировались сильнейшими, чтобы вы никогда не сдавались там, где сдаются другие. И тогда вы начнете побеждать там, где это невозможно. Удачи вам! Все покажут свой уровень, волю к победе и мастерство. И самое главное, каждый из вас сегодня нас чуть-чуть, но станет сильнее. Это самое главное. Желаю вам успехов и без травм. Приехали команды из Крыма, город Керчь, команды из Адыгеи, команды Краснодарского края. Собственно, география турнира получилась очень хорошая. Сегодня ребята сразятся за медали. Также у нас учрежден очень внушительный призовой фонд и отдельными призами от учредителей федерации. По последнему движению победу одержал Саакян и стал победителем весовой категории до 46 килограмм.
хочу, чтобы дети, которые принимают участие и занимаются спортом, тоже были не только крепкими, сильными, но и обязательно добрыми, отзывчивыми в любую минуту, чтобы они могли помочь другим. Готов выйти! Во всех спортах тяжело. Каждый, некоторые умом, некоторые физической силой свои выигрывают. Соперники вроде бы нормальные были, можно было нормально побороться. Выиграл 2 раза международный турнир по Абхазии, 2-кратный чемпион. Я 1-разрядник. Занимаюсь борьбой 8 лет. Не первый раз выигрываю такие соревнования, и как бы каждый раз победа для меня – это очень серьезное достижение. Занимаюсь уже больше 9 лет. Очень рад, что выступил на этих соревнованиях и занял первое место. Было сложно, но я справился. Самая трудная встреча была в полуфинале. Без спорта в жизни никак. Все сегодня показали отличную борьбу. У нас не было травм серьезных. Все прошло как нужно. Вам большое спасибо за борьбу, за честную борьбу, за бескомпромиссные схватки. Вы большие молодцы. Турнир действительно удался, я сюда приезжаю не в первый раз, и хочу сказать организаторам большое, огромное спасибо. Хочу от всех наших тренеров пожелать турниру процветания, и чтобы турнир жил еще долго-долго летом.